Зеленых зон в Казани станет больше. Почти 100 улиц вошли в городской план по озеленению. К концу осени обещают посадить свыше 27 тысяч саженцев. Специалисты выбирают не только подходящее время, но и место. К примеру, рябины можно сажать вдоль дорог, а хвойные лучше приживаются в парках и скверах. Сейчас самое время для лиственных пород. Зеленые насаждения везут из питомников Татарстана и частично из Челябинской области.